В Николаеве перестрелка. Накануне вечером в центре города произошел конфликт со стрельбой. В результате 3 человека попали в больницу. 2 из них получили огнестрельные ранения, а 3 с травмами головы, не приходя в сознание, скончался в больнице. Причина конфликта пока неизвестна. Ни один из участников перестрелки не обратился в полицию. Тем не менее, криминалисты нашли на месте стычки, пистолет и 7 гильз. В полиции открыли уголовное производство. Теперь ищут виновных. Им грозит до 10 лет за решеткой.